Колесниченко Степан Калинович родился в 1913 году в селе Гыртоп Григориопольского района. На счету старшего лейтенанта авиации 114 боевых вылетов, 24 воздушных боя, 16 самолетов, сбитых лично, и 4 в составе группы. Участвовал в битве на Курской дуге, погиб 30 августа 1943 года в воздушном бою в Сумской области. За мужество и героизм, проявленные в воздушных боях с немецкими захватчиками, 2 сентября 1943 года лейтенант Степан Колесниченко посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. Также был награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды орденом Ленина.